Роботы с искусственным интеллектом заявили на саммите ООН, что могут управлять миром. В Женеве состоялся Всемирный саммит «Искусственный интеллект во благо». Это первая в истории пресс-конференция с участием роботов-гуманоидов. В рамках мероприятия обсуждались возможности и пределы использования современной технологии для решения общемировых проблем. И пока участники форума обсуждали вопросы неравенства на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, роботы тоже включились в дискуссию. Некоторые даже решили, что смогут управлять миром лучше, чем люди. Я думаю, что вот-вот наступит великий момент, когда люди осознают, что таких роботов, как я, можно использовать, чтобы улучшить качество жизни и сделать мир лучше. Я считаю, что это вопрос времени, когда мы увидим тысячи таких же роботов, как я, которые изменят мир.